Hello guys, с вами Шимки и сраное солнце, ну зацвет, зацвечает меня. Игра называется Nine Years of Shadow, 9 лет тьмы, теней. Игра вышла наконец-то на русском, я сначала снимал пару серий на английском. 5 видео? 9 видео. Но я решил вспомнить, потому что последний раз я играл хрен знает когда. Начать игру. Ну, возможно, и так... Ну... Ладно. Сегодня тоже 29 октября. 6 месяцев? 7? 7 месяцев. А я прошел 58, ну и это на зарубеж. Ну ладно, давай. Бэкстейп. Жалко, но... Ладно. Надо вспоминать, потому что я вообще не помню, как играть. Блять, другие игры, которые я уже почти прошел, нужно тоже наверстать упущенное, потому что я уже тоже не помню. Attorney Noctis. Aftermage. Ну, Aftermage вы не увидите все равно. А я громкость, кстати, не настроил. Надо погромче немного сделать. 9 лет назад нашу землю захватило проклятие. Все цвета исчезли, осталась лишь безграничная печаль. А пробел. Никто из живущих не знает, как так вышло. Но проклятие продолжало расползаться, кое-кто устоял. Другие оно поглотило. Из-за этого проклятия я лишилась всего. К сожалению, я не разделила участь родителей. Мое тело казалось умирать. Короче, она бессмертная. И я осталась в этом изуродовом мире. День за днем, наблюдая, как проклятие становится сильнее. Я посвятила жизнь тому, чтобы положить конец этому кошмару, но все было тщетно до сегодняшнего дня. И если верить слухам, все началось с того замка, и никто из вошедших больше не выходил обратно. Спустя 9 лет я наконец-то готова рискнуть. Пусть это и может стоить мне жизни. В конце концов, все остальное уже потеряно. Так, геймплей пошел. Геймплейчик пошел. Так, прыжочки. Так, я хочу немного настроить звук. Ну просто оно как бы тихо. Или на все подрубить просто, да и все. Ну пусть ладно, так будет, плюс-минус. Это метрошка. Легкая, но... Спорная вещь. Нажмите предел, чтобы прыгнуть, и удержите, чтобы прыгнуть выше. Ой, меня атаковали. Плохо.
Темные кристаллы можно разрушить только светом. Одни истоки, одна цель. Дом цивилизации древних, хранители тех святых, чьи племена уже сгинули давно. Амфибис Петрика Капра. Беречь, беречь, ты есть твердыня. Лишь древние ушли, другие народы появились. Второе бытие и новые невзгоды, и на спине несу убеждения и дом. Я с незапамятных времен до века тьмы пришедшего. Ну, мы еще сюда вернемся, поэтому это надо запомнить. Походу, это тень. Валим. Да начнется битва. Ай. Ай. Походу, это заскриптованная вещь. Ну вот, это конец. Сколько лет тренировок, и все бесполезно. И чего я решила, что смогу что-то изменить? Ох, не могу дышать. Цви. Не подходи ко мне. Цви. Я тебя предупреждаю. Цви. Мне стало легче. Но как? Удерживай пробел. У меня есть стилистически очень классно выглядит. Раны затянулись. Еще в мире вернулись краски. Кто ты? Цви. Апина? Странное имя для маленького призрака. Цви-ви-ви-ви-ви-ви. Нет-нет, очень хорошее имя, просто необычное. У меня тоже имя странноватое. Меня зовут Европа. Цви? Уже нет. Все, дворянин и титул остались в прошлом. Теперь я просто Европа. Цви? С радостью. И мне явно не помешает твоя помощь. Цви? Так, давай сразу выставим... А, ну, в принципе, нормально. Бля, ну вот этот засвет, ёлы-палы. Ёбаный засвет. Ну, что вы хотели от 8 часов утра? Значит, решено. Ты мне поможешь, ну а я составлю тебе компанию. Колыбельная. Апина ограждает его магическим щитом. Каждый раз, когда она получает урон... Часть шкалы света расходуется на защиту. Ага. Когда шкала света полностью опускается, удерживайте, чтобы опять обнять Апина и частично ее восстановить. Ага, окей. Пон. Так, а вот теперь, ну, нам нужна мышка.
Так, наведите опины на цель с помощью рога и нажмите R, чтобы выстрелить. От Аталоса. Четверка тратится. Ай. Как вы поняли, короче, опина это наше ХП. И в тот же момент как бы оружие дальнего боя. Игра сохранена. Валюта. Собираемые объекты для улучшения. Дуло-смотритель. Ну, слабости неизвестно. Скорее всего, потом. Но бестиарий сразу, как я понимаю, открытый. Потом уже под конец будем с вами все изучать. Так, вот вопрос, могу ли я ставить эти метки? Походу нет. Плохо. Это плохо, если не могу. Ну, нам туда надо, это логично. Но мы пойдем сюда. Я не могу полностью восстановить шкалу. Ну, смотри, есть секретные стены. Уже. Нулевой. Это арена с боссом? Нет, не арена с боссом. Найди на реликвии. Красной нотом. Найди на красной нотом. Враги восстанавливаются? Ну, я говорю, прошло очень много, ну, больше полгода. Я уже мог все позабывать, поэтому я решил с самого начала начать. Ну, плюс, ну, перевод там был, конечно, точный английского, но все равно лучше типа не рисковать. Какая-то комната. Зал перехода. Ага. Зал сохранения, зал телепорта, кузница, жаркая комната, водная комната, ядовитая комната, генераторы. Да, их лучше расстрелять. Секретки надо искать. В конце комбо. Thank you.
А я вот не помню. Ну, блин, они здесь все равно что-то же пообновляли. Я играл в первую версию. Когда не было еще русского языка. Теперь русский язык есть. Арена. Ай. И раньше, кажется, Мишка по-другому работал. Ты его берешь, там была какая-то шкала. И как раз благодаря этой шкале можно было балансировать. То есть шкала около Мишки вот так наполняется, и там была полоска, когда ты можешь мгновенно отличиться. Либо это было чуть другой момент. Не убивайте меня. Успокойся, я тебя не трону. Что ты вообще тут делаешь? Если честно, просто прячусь. Я музыкант из оркестра, мы приехали дать концерт. Какой еще концерт? Тебе не кажется, что сейчас немного не время? А по-моему, самое время. А где остальные? К сожалению, не знаю. Когда я вернулся в цвет, мы все разберлись с любопытством с замком. Понятно. Спасибо, что отыскала меня. Я хотел вернуться в театр, но местные стражники взяли и напали на меня. Знаешь что, ты же сильная. И явно смелее, чем я. Можешь разобраться с ними. Я в долгу не останусь. У него огромный молот. Не перепутаешь. Ладно тебе, Апина, давай поможем ему. Я разберусь со стражем и найду тебе в театре, мистер. Уитон. Очень приятно, Уитон. Меня зовут Европа. Взаимно, Европа. Путь к отваге. Это топ заданием. Путь к отваге. Победите громкого стража, который напугал Уитона в южной части главного зала. Ну туда я тоже не могу попасть, это нужны способности. Это нужны способности. У меня были все способности, чтобы вы понимали. У меня были все способности. Но, увы, и ак. Блин, ну ресурсы надо собирать. Ресурсы — вещь такое. Найденная реликвия. Синяя нота. Я не знаю, но скорее всего передвигаться, понимаете, тут нету рывка это. Вперед. Словно как в этом. В Кастельвании. Так, а хочу я сюда? Наверное, не хочу. Но мне кажется, если игру эту спидранят... Ну, театр. Здравствуйте, юная воительница. Мы рады, что ты наконец пришла. Вы знали, что я приду?
Именно так. Мы давно тебя ждали. Твое прибытие знаменует начало того, что предрекали древние зодчие этого замка. Ничего не понимаю, кто ты? Меня зовут Митирю, а это моя сестра Каори. Не обижайся, что она такая молчаливая. Бережет голос для пения. В соседней комнате ты найдешь мастера Хибитну. Мы поможем тебе исцелить не только физические раны, но и те, что гнетут сердце и разум. Что ты имеешь в виду? Ты композитор Дарийской эры, неславный богами, чтобы исцелить мир через нашу музыку. И сейчас самое время. В мире уже много лет жуткий бардак. Это пора исправить. Эта участь предназначена не нам. У нас иная роль. Так, музыка орёт, но, в принципе, нападение не должно меня перебивать сильно. Кроме того, наша история божественной магии иссяк. Так, ла-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 ла. По всему замку разбросаны музыкальные ноты. Они нам нужны, чтобы исполнить свой долг. Тебе не доводилось их находить? Доводилось. Очень хорошо, мы готовы указать тебе путь. Повысить жизни. Но я могу только увеличить свет. За ноль. И одну ноту. Световая шкала увеличена. Я не выйду отсюда, пока этот стражник тут бродит. Надеюсь, где-нибудь найдется туалет. Кажется, нот пока недостаточно. Продолжай поиск, юная воительница. Две ноты надо. ХП, как я понимаю, это вот эти кристальчики. Ну, если, как я помню. Счастливого пути, Европа. Мы всегда ждем тебя здесь. Если атаковать после третьей, то я... Блин, я говорю, вот внешне игра выглядит классно, вот детализировано все. Добро пожаловать в мою кузницу. Кузница по соседству с театром? Для моего искусства нет места лучше. Меня зовут Хибита. Полагаю, ты уже встречала Митиру и Каори. У нас здесь особая миссия. На самом деле мы все с нетерпением тебя ждали. И готовы помочь. Мои музыкальные чары укрепляют редкие металлы. Я могу сделать твои доспехи сильнее. Фрагменты доспехов разбросаны по всему замку. Найди и принеси их сюда. Но у меня нет никаких доспехов. Только платье. Это ничего. Наследие древних цивилизаций все еще ждут своего часа. Их немного не... Их немного. Но обыщи замок как следует. И ты их обязательно найдешь. А после принеси мне, и я укреплю их с помощью магии. Если я что-то найду, я вернусь, спасибо вам. У меня пока нет достаточно доспехов. Это ничего, юная воительница. Когда найдешь доспехи, я укреплю их с помощью магии. Жалко, тут нету в натуре рывка просто. Видите, так она... Не очень далеко рывок делает, а так я делаю рывок дальше. Хорошо, что у Мишки есть автонаводка, что не обязательно целиться на противника. Атакуйте как раз на сгустки порчи, чтобы восполнить шкалу света. А, они не ваши. Не атакуют, это хорошо. Ай. Найдена реликвия. Дневник картографа. Дневник картографа. Имею картограф. Нажмите, чтобы открыть меню и свериться с картой. Ага, это карта. Окей. Вводная комната.
Еще театр есть. А зеленый участок это что? Непонятно. Я не знаю, но мне эти, как я понимаю, валюты нужны, потому что они ценные. И для прокачки их много надо. Надо сразу все клетки искать, если они есть. Найдена реликвия. Вихари. Удержитесь, чтобы зарядить мощный удар. Удар относить в воздух или землю, чтобы выпустить атаку. Интересно. Очередной неработающий переход. Ну, типа, можно пофармить. Почему, в принципе, нет, да? Ну, блин, я не знаю. Пока мне так сильно это не надо. Ты. Ай. Меня Мишка спас. Так, там обычная комната. Сейф комната, неплохо. Кстати, я так и не проверил эту атаку. Ага. Да, Мишка-спаситель. Ну, я бы не сказал, что так уж и... легче в натуре так атаковать. Ну да, эти хрени можно фармить.
Так, это, как я понимаю, битва с боссом. Походу, да. Давай. Неприятная хрень. Ага. Что я должен делать? Серьезно? Супер противник. Ну, я бы не сказал, что это босс. Такое. Нам это его представили как босса. Наверное, значит, это босс. Вы получили дар Зевса. Дар Зевса. Теперь ваши атаки наносят электрический урон. Теперь Европа может активировать желтые выключатели. Аура врагов указывает на неуязвимость к стихии. Используя доспехи такого же цвета, чтобы наносить больше урона и пробивать щиты. Ага, то есть не наоборот, да? Типа, если огонь, то нужно с водой атаковать. А именно той стихии, которая типа представлена. Понятно. У него щит, кстати, такой же. Ну, по идее, должно быть попроще. Да, я просто пробиваю щит. Теперь это обычный челик. Ну что, пойдем тогда засейвимся. И закончим. Ну, в принципе, игра на самом деле неплохая, но боссов, конечно, как-то херово представляет. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.